Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам, как готовить фреш, морковный фреш. Мы обычно морковный фреш готовим с апельсиновым фрешем. То есть сначала мы отжимаем морковку, а потом уже отжимаем апельсины. Поскольку в сокоотжималке для цитрусовых морковь не отжать, мы морковь отжимаем вот в такой вот специальной сокоотжималке. Собирается она, сейчас я вам покажу, собирается она вот таким образом. Покупала я ее, кстати, в магазине Шок. Стоила она всего 70, ну, около 90 лир. Очень хорошая сокоотжималка, в ней есть два режима отжима. Очень хорошо отжимает сок. Ну, в общем, я довольно недорогая, но вот такая вот достаточно экономичная сокоотжималка, но твердые фрукты и овощи она отжимает очень хорошо. Конечно, цитрусовые в ней отжимать не стоит, потому что для цитрусовых есть свои сокоотжималки, но для твердых фруктов и овощей подходит просто идеально. Ну, теперь нам нужно приготовить морковку, почистить морковь, порезать. Прежде чем приступить к отжиму сока из моркови, я ее уже почистила, вот вы видите. Очень удобно чистить и морковь, и картошку, и огурцы вот такой вот специальной чистилкой, даже не знаю, как она называется, специальным прибором. Чистит очень-очень тонко и быстро. Не нужно использовать ни ножи, ни какие-то другие скребки и так далее. Очень быстро и качественно чистят вот такие вот специальные приборы, чистят кожуру с жестких фруктов и овощей. Ну что, морковь мы почистили, теперь ее следует порезать. Режу я морковь примерно вот на такие небольшие части и далее уже отжимаю сок. Морковь у нас порезана. Теперь мы можем приступить к отжиму сока. Из 4-5 морковин среднего размера примерно получается вот такой стакан сока. 200, ну, что-то около 300 миллилитров. Ну, давайте посмотрим, как работает наша машина. Морковь мы закладываем вот сюда, чтобы она не выпрыгивала, мы зажимаем ее вот такой вот штукой, включаем и получаем сок. Отжим сока из моркови мы закончили. Вот вы видите, из 5 штучек получился вот такой вот стакан вкусного сока морковного. Ну,
А апельсины мы отожмем соковыжималкой для цитрусовых. Я вам покажу, во что же превращается морковь, когда мы уже отжимаем сок. Вот вы видите, отжатая морковка превращается вот в такую плотную массу. Ну, кстати, ее тоже можно использовать, например, для приготовления оладьев из моркови и так далее, потому что мы морковку почистили, помыли, она у нас чистая, и ее можно уже использовать для приготовления каких-то других блюд, если вы любите морковные оладьи, например. Вот вы видите, у нас получилось вот такое вот количество моркови. Ну, я думаю, хватит на какое-то количество оладьев, все-таки хватит. Ну, а сейчас мы будем отжимать апельсины традиционным способом соковыжималки для цитрусовых. Соковыжималка для цитрусовых выглядит у нас вот так. Вы также можете посмотреть другие видео, где я делала фреш из апельсин и грейпфруктов. Далее мы вставляем вот такой вот специальный фильтр, на котором остается мякоть. И далее вот таким вот образом нажатием, видите, нажатие работает. Ну что, нужно порезать апельсины, и тогда мы можем приступить к отжиму сока. Кстати, апельсины на рынках Алании, цены зимой варьируются от лиры полторы, а летом апельсины очень дешевые, стоят, ну, наверное, 50 куруши, если не больше, не меньше, 50-70 куруши. То есть можно купить очень много апельсин и делать вкусные соки. Ну что, приступаем к отжиму сока из апельсин. После отжима сока апельсин выглядит вот так. Видите, сока не остается, только кожура. Ну и даже мякоти практически не остается. Апельсины мы отжали, и давайте теперь посмотрим, сколько миллилитров сока у нас получилось из 5 апельсин. Из 5 апельсин у нас, как вы видите, получилось 400-450 миллилитров сока. Сегодня мы приготовили 2 фреша, апельсиновый и морковный, с использованием 2 разных соковыжималок. Домашние фреши очень полезны, но не забывайте, что нельзя пить больше 3 стаканов в день, и можно немножко разбавлять водой, чтобы они не были прям уж сильно концентрированные. Но домашние фреши, конечно же, полезнее, дешевле Поэтому, друзья, готовьте домашние фреши, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какие соки любите вы.
Я думаю, что будет интересно почитать не только мне, но и другим подписчикам. Попробовать также ваши любимые фреши. Например, апельсиновый и морковный фреш мы готовим практически каждый день. И их можно смешивать, но я люблю пить по отдельности. Желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И до встречи в новых здоровых видео. Пока-пока!